Вита, я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали! Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот и он, Эмбер Бэй. Галей, скучал по нему? Ну, а ты как думаешь? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в Агоме. Что с погодой парит? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газет не читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ого, сам потом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских тёлок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Описание. Рост будущий, среднее сложение. Давай, покажись!
silvery moon is shining through the trees. And to me, you, sound of kisses float on the breeze. Act one, begun, dialogue, where would you like to spoon? My you, will you, underneath the silvery moon, by the light of the silvery moon, I want a spoon, to my honey I'll croon, love's moon, honeymoon. Keep a shining in June, your silvery beam. Experts are hoping this conference will result in an even stronger relationship between the United States and Great Britain and strengthen Western ties with the Soviet Union. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Salud. Ah, salud. Chin down. So how come you're back? They let you out early for good behavior? Nah, I took a bullet a couple months back, spent some time in the hospital, and now I'm on leave. Wait. You mean you gotta go back? What'd you think? The war ain't over yet. You don't want to go back, do you? Nah, of course not, but what can I do? 1 minute. Wait right here.